Приветствую всех подписчиков моего канала, и это небольшое видеообъявление. Буквально несколько вопросов, которые сейчас мы с вами обсудим, вернее, я вам просто расскажу. В последнее время участились случаи кражи каналов, блокировок каналов, с которыми столкнулись наши друзья и в том числе и наш канал. В понедельник прошлый наше видео было заблокировано, и нам прилетело предупреждение от YouTube за якобы недопустимый контент, недопустимые высказывания и там какие-то угрозы, оскорбления, что-то еще было. В общем, этого видео не было. Я отправил апелляцию, которая была рассмотрена за несколько минут, но не в нашу пользу. И, значит, после этого прилетело нам предупреждение как раз. То есть после уже апелляции прилетело предупреждение. Я бы не хотел думать, что на YouTube появляется цензура, но вот мы сталкиваемся с такими вот явлениями. Видео, как мы с вами можем лицезреть, вот где-то в углу у вас тут появится ссылка на него. А, или на него же влепили 18+, в итоге. Наверное, не появится. Наверное, в конце вы увидите это видео. Видео было просто новостной сюжет на тематику беспредела полиции в связи с коронавирусом. Потому что полицаи на самом деле как будто сошли с ума, сорвались с цепи и начали просто хватать беззащитных женщин или гуляющих с ними мужей, которые вышли с семьей погулять с детьми. То есть я считаю, это беспредел, и при этом же возрастает волна преступности. Вон бабушек начинают грабить за сумки с продуктами. Вот я это все обозрел, все вот эти видео со всей стороны в своем новостном сюжете, и он был заблокирован. Удалось нам отбить и предупреждение, удалось нам отбить и этот сюжет, этот ролик. На него только ограничения наложили 18+, но в принципе я не против этих 18+, хотя там в принципе нет ничего такого. Вы можете посмотреть этот ролик, все там хорошо. Из-за этого он, правда, не набрал просмотров, потому что он неделю всю был заблокирован, и всю неделю я не имел возможности загружать на канал видео. В тот же понедельник украли у нас канал движения у наших коллег, да. И это, конечно, ужасная ситуация. Канал Борсяки Андрея Филина до сих пор находится в руках злоумышленников, и он не может ничего с этим сделать. В связи с этим я разместил и видео информационное также на своем личном канале Public Citizen, подписывайтесь. И принял решение о создании резервного канала данного проекта All Rus News. И прошу вас на него подписаться, все ссылки в описании или вот где-то вот тут вот. Сейчас будет появляться, в общем, ссылки на запасной канал, это канал резервный. На нем, может быть, появятся всякие наши популярные видео, чтобы они там были сохранены. И прошу вас на него подписаться, потому что в случае чего, не дай бог, нас это завтра опять коснется. Мы должны быть к этому готовы, и наша с вами работа не должна останавливаться. И я думаю, что это будет правильно. Вот такие вот дела, друзья мои. Еще одно объявление по поводу комментариев касается. Мне в последние, я не знаю уже сколько, несколько месяцев, наверное, пишут люди, которые оставляют комментарии. Сначала кто-то пишет, что я удаляю там комментарии какие-то, кто-то пишет, что вот пропадает просто комментарий. Я официально заявляю, что я не удаляю никакие комментарии. Ну, практически, за редким-редким исключением. Может, за последний год я потер пару комментариев, там уже жесть какая-то была. Но я не удаляю никакие комментарии, даже критического характера. И прошу это учитывать. Такова вот сейчас, на сегодняшний момент, политика YouTube. Я не знаю, может быть, какие-то технические недоработки есть. Я не знаю, но лайки, комментарии и подписки с нашего канала пропадают. Я не хочу думать, что это цензура. Я очень люблю YouTube как свободную, открытую, демократичную площадку для высказывания любого политического, неполитического, любого мнения, там, личного, неличного, без разницы. Любого мнения, даже если оно кому-то не нравится. А оно, скорее всего, кому-то не нравится, если уж такая политика идет. Будем молиться, что это поклеп, и что это все-таки какие-то технические моменты. Прошу вас, если ставите лайки, когда ставите лайки, проверяйте потом их наличие. Когда подписываетесь на канал, жмакайте колокольчик, обязательно проверяйте наличие потом подписки на канал. И, пожалуйста, будьте активнее в этом плане, прошу вас всех. И оставляйте множество комментариев и проверяйте, чтобы они именно доходили. Потому что, когда мало комментариев на видео, а видео важное, интересное, нужное, полезное, оно не выходит ни в топ, ни в тренды, там никуда. И не можем мы выползти вот из этой ямы и донести до кого-то то, что происходит сейчас. А сейчас время такое непростое, сами знаете, есть много важных моментов, которые хотелось бы донести. Так, вот такие вот новости. Ну что ж, подпишитесь на резервный канал, подпишитесь на мой личный канал, подпишитесь на наш основной канал, если вы не подписаны и смотрите это видео случайно. Подпишитесь на канал движения, поддержите ребят, у них сейчас тоже непростые времена.
И хотелось бы пожелать вам всем здоровья, крепкого, и чтобы все у вас было хорошо. Если у вас какие-то есть видео с мусорским беспределом, присылайте мне в Telegram, Public Citizen. Можете найти прям в поиске, вбить Public Citizen. Также вступайте в наш открытый Telegram-чат «Люди движения». Ссылочки все в описании. И прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, будьте здоровы и предпринимайте меры безопасности. И кто пользуется социальными сетями ВКонтакте и Инстаграм, у нас тоже там есть странички, все ссылки на них в описании. Все, всем удачи, всем пока, до новых встреч, боритесь за свои права.